Пола пойдет. Не знаю, что-то так это читал. Я один сегодня работаю. Дай мне блок. Я один сегодня работаю. Я стал, блядь, даже на другие. Как один ты с вами работал? Ну, я же помогаю. Ну, а там у себя я один. Своя. Они попрятали, блядь, никуда не ходят. А я тебя на ящики отправил? Да ну, меня никто не отправляет. Я, если свою работу сделал, я иду, помогаю людям. Не похуй, чтобы не сидел. Где был? Я был на Росатоме. Как много это работало? А делаете потом? Коробки делал? Не, никого не мам. Я по наоборот. Нам просто на печку, надо на третий дом, третий ряд. Я, блядь, мать. Я, блядь, не могу остаться. Я тоже бегал ноги гудят. Тоже вечи свои ноги. Переболи. А я еще завтра постараюсь, может, доработаю. Объект, бедвин, мать, перемотаешь, чтобы не досталось мне. Оно все разорвано, а ты натираешь, блядь, и боль все-таки летает. Не, я имею в виду, что надо что-то думать. От этого ноги пиздят, надо сильно купить ортопедические, вот тогда будешь как папа. Или свою обувь. Они с утра сказали, ну, это у нас пикер, когда проходим на работе. Ну, как понимаешь, правда. Они здесь не помогут. Если я, ну, это посмотрит ноги, вот, сначала. Скажет, что ему надо, да, вдвоем. А если нет, я знаю. Хотя ночь не так, что мы должны уставать, как день. Но мы тоже, да, так сказать? Херачим, херачим. Я разгребаю. Олеся, ты что будешь рубить? Я ловлю, но... Пошли, не уходим.